В Киеве прозвучал зов Родины «Ватан Сесо». Концерт с таким названием собрал на одной сцене представителей народной и современной музыки. Среди приглашенных гостей были артисты из Крыма. Хедлайнером выступила победительница Евровидения 2016 Джамала. Концерт посвятили 99-й годовщине созыва первого курултая крымско-татарского народа. Наталья Калинка расскажет больше. До концерта еще час. В гримерках шум и гам. Артисты наводят красоту и готовятся к выступлению. Я повторяю слова новой песни, потому что она, вот, мы ее закончили только сегодня в час ночи. В холле с нетерпением ждет концерта Абибея Ибрагимова. Девушка более 10 часов ехала в поезде с Новоалексеевки, чтобы услышать любимую Джамалу. Я хочу увидеть всех своих крымско-татарских исполнителей, наши ансамбли, крымско-татарские танцы. Я это очень люблю. В частности, я хочу очень сильно увидеть Джамалу. На концерт ждут и аскеры с Каланчака. Желающих среди воинов приехать в столицу было много, но взяли не всех. Выражаясь армейским языком, есть залетчики. Они, не, естественно, не попали. А те, кто хорошо себе нес службу на КПВВ, те, кто отличился, те и поехали. Этот концерт они ждали, уже неделю готовились ребята, мне стирались, ждали. Ну, вот они здесь все, хлопцы, стоят. Первыми на сцену выходят артисты из Крыма. Девушки исполняют свои авторские песни. С вами и говорилось о том, что нас очень ждут. И мы, безусловно, не думали ни о чем, мы поддерживаем своих. Хорошая энергетика, очень приветливые люди. Выходишь на сцену и прям вот хочется тебе петь, потому что люди поддерживают. Кто не смог приехать, записал видеообращение. Когда поет Джамала, маленькие посетители концерта не могут усидеть в зале. Джамала заработала, и все остальные мне все нравятся. Очень ждали этот концерт. Вообще мы пришли здесь со всей своей родиной. И со своими друзьями, и, естественно, с нашими маленькими детками. Я дуже скучив за це. Дуже скучив. Тому що рідна мова, рідна культура, вона надихає. Як би не були мені браті мої українці, з якими я воював, все-таки рідна культура, рідний народ, це намного придає більше сили. Концерт длился более 4 часов. Участие в нем приняли 38 исполнителей. Этим концертом мы хотим показать всему миру еще раз голос крымских татар. Еще раз рассказать о той трагедии, которая происходит с крымскими татарами, и показать, насколько мы любим свою родину. И с помощью таких культурных мероприятий мы еще раз хотим сказать, что все-таки мы стремимся к своей национальной автономии, и мы ее создадим. І всі ми разом робимо все, аби повернутися і проводити такі заходи лише в одному місті – Криму, Бахчисараї. Вспомнили на мероприятии и о крымских политзаключенных. Во время концерта на экране показывали их фотографии. Завершился концерт гимном крымско-татарского народа. Наталка Калинка, Асан Еминов, Заман, Атер.